Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, Ирвин Промоушенс компанияның ұйымдастыруымен, Шымкент қаласының әкімдігінің қолдауымен, Шырайлы Шым қаладағы кәсіби бокс кеші жалғасуда. Және де біз ортаға 7-ші жұптағы боксшыларды шақырамыз. Dear ladies and gentlemen, we present the bantamweight division, the weight category 53.525 kilogram. We invite to the blue corner the boxer representing the Philippines, Adrian Lerasan. Yeah, I still remember when I was a kid in the woods of duality, comparing myself to a hero that already made it, like that's my reality. Forget all the sanity, I'ma just do it myself just to double the salary. And y'all would just laugh at me when I am the one that can save my mama. But bro, keep on the giggles cause I'll make y'all proud of me, bro. Name another easy little man, the initials alone, they can pack all the shows, cause I'm sick of freaking sitting bickering about the money. And we invite to the red corner of the ring his opponent, құрметті ханымдар мен мырзалар, қауғаш шәметпен қарсы алыңыздар. Рингтің қызыл бұрышына Ақтаудың арланын шақырамыз. Самат Жетібаев. Dear ladies and gentlemen, let me introduce the boxers. And first, the boxer in the blue corner. His weight 55 kilograms. His place of residence, Antipolo City, the Philippines. His record, his win 18. His defeats 6. He is WBA. WBC Asia Champion, please welcome Adrian Lerasan. Ал енді сіздердің назарларыңызға рингтің қызыл бұрышындағы боксшыны таныстырып өтейін. Қошеметпен қарсы алыңыздар, Қазақстан Республикасы бокстан жасөспірімдер чемпионатының жүлдегері, және де республикалық, және халықаралық жарыстардың жеңімпазы. Оның жеке рекорды 6 кездесуді өткізіп, 6-ауында да жеңіске жеткен. Оның бойы 168 сантиметр. Қошеметпен қарсы алыңыздар, қазақ елінің батыры, Ақтаудың арланы Самат Жетібаев. Бұл жекпе-жектің рефери Бақтияр Жақыбов. Бірінші төреші Абен Самат. Екінші төреші Серікжан Ешмағамбетов. Үшінші төреші Мақсат Асанов. Listen to my command. Head up. No punch the back. No low blow. Okay? Shake the hands. Good luck. This game of this bout 6 round per 3 minutes. Ну что, друзья, вот и наступает у нас главный поединок сегодняшнего турнира, мейн-карда. Боксер из Казахстана Жетібаев с рекордом 6 побед из 6 проведенных поединков, из которых 4 нокаутом. И его соперник очень титулованный, опытный боксер из Филиппин Адриан Лерасан.
Он является чемпионом Азии по версиям WBA и WBC в легчайшем весе. В рейтинге BoxRec Адриан очень хорошую позицию занимает, 72 место, тогда как у Самата 171 строчка. Ну, сразу 100 пунктов их разделяет, но в случае победы над Лерасаном, конечно же, Самат очень упрочит свои позиции в рейтинге BoxRec. Ну и Лерасан — продолжатель традиции великих боксерских, которые Мэнни Пакьяо заложил для Филиппин. Но посмотрим, насколько Лерасан обладает тем потенциалом и потенциалом личностного профессионального роста. Все-таки Мэнни Пакьяо — это большая величина в мире профессионального спорта. Я думаю, что но не только не каждому филиппинцу, наверное, не каждому представителю азиатского бокса, может быть, удастся достичь вот таких успехов. Есть, конечно же, фигуры наподобие Наои и Науа, японского боксера, который, на мой взгляд, по праву является одним из лучших боксеров мира, профессионалов, вне зависимости от весовой категории. Абсолютно чемпион мира сразу двух весовых категорий. Вот. Посмотрим, давайте, что из себя Лерасан представляет. Ну, по первым минутам скажу вам, что очень крепкий парень. Хорошо удар держит. Посмотрите, какие хлестки наносит сам удары. Очень точно, выверено. Ну и Самат парень непростой, призер чемпионата Казахстана среди молодежи, и пробует себя уже в профессиональном боксе. 6 побед одержал Самат на профессиональном ринге. Сегодня для него 7-й поединок. И в беседе до начала турнира Самат говорил о том, что настроен он сегодня свою 7-ю победу одерживать. Ну и не зря, конечно же, Самат у нас выступает в соглавном поединке. А я напомню, что в главном бою у нас будет выступать непобежденный казахстанский боксер, уроженец города Туркестан, Нуркос Турибай. И в соперниках у него действующий чемпион Таиланда в полулегком весе Анусон Зонлюанг, которого 20 побед, 4 поражения и 1 ничья. Первый раунд у нас на этом завершается. Бахтияр Жакыпов у нас рефери в этом поединке. Серикжан Ешмагамбетов и Максат Асанов ушли на этот бой в качестве боковых судей. Но давайте дадим возможность ребятам немного отдохнуть, и мы вернемся уже на второй раунд. Итак, второй раунд этого поединка. Самат Жетебай, Адриан Лерасан. Лерасан в целом в своей профессиональной карьере 13 побед одержал, из которых 6 нокаутом и 6 поражений потерпел. Сегодня, к слову, он проводит такой свой юбилейный 20-й поединок в профессионалах. Ну, я думаю, что не зря, конечно же, он проделал такой долгий путь до Казахстана, до Шымкента. Не просто так, чтобы отбывать номер или проигрывать, отдавать победу. Приехал Лерасан, конечно же, за тем, чтобы красивый бокс показать и уехать отсюда с победой в своем 20-м поединке. Накануне на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Лерасан также подчеркивал важность построения своей профессиональной карьеры, наследия в профессиональном боксе.
И очень хочет он, конечно же, одержать победу на глазах публики гостевой, которая сегодня в большинстве своем за Самата будет, безусловно, болеть. Снизу так апперкотом попробовал Лерасан. Ух, какой выстрел сейчас. В исполнении Лерасана. Вот здесь сама так искал позицию слева передней левой рукой. И потом очень хороший такой справа выстрел в его исполнении. Ну, что надо отметить, наверное, то, что ребята бьют очень жестко, акцентированно. Нет, наверное, таких вот ударов в пустоту. Вполне вероятно, что в этом бою может у нас и досрочное окончание поединка случится. Бой у нас прям, что называется, в телефонной будке. Прям подошли друг к другу очень близко и пытаются вот пробивать такими одиночными ударами. Второй раунд у нас на этом завершается. Бахтияр Жахапов разводит боксеров по своим углам. Конечно же, хайлайты будут у нас от режиссеров трансляции по итогам второго раунда. Но здесь видим, что катманы включились в работу. Да, здесь... ну, хорошо, что это не сечка. Видимо, попал очень здорово в нос Самату соперник из Филиппин. Здесь секунданты говорят ему о том, что нужно очень активно на ногах работать. Ну, а филиппинский тренер подсказывает своему подопечному, что нужно руки поднимать в стойке. Конечно же, не опускать руки. Раунд 3. Очень раунд. Так, третий раунд начинается. Очень жестко. Как размашисто здесь начал пробивать. И Адриан сейчас сама отключился также. Бьет, конечно же, очень здорово филиппинский боксер с двух рук. Ну, почем зря свою энергию не растрачивают ребята. Видим, что прям вкладывается в каждый удар. Как здорово, посмотрите, мощнейший удар в исполнении Адриана. И сразу у нас публика оживилась в зале. Но зрители чувствуют, что бой очень конкурентным получается. Это не просто какой-то парень, которого привезли на убой под местного боксера, а реально спортсмен, который закатывает конкурентный поединок. Thank you.
Вновь в ближний бой ввязываются ребята. И посмотрите, как пытаются найти голову друг друга в вот этих вот плотных одиночных выстрелах. Ох, какой мог хороший размашистый удар сейчас получиться в случае точного попадания. И все, третий раунд у нас на этом завершается. Seconds out. Round number four. Так, четвертый раунд стартует. Мы переходим уже во вторую половину этого поединка. Всего у нас 6 раундов заявлено, каждый из по 3 минуты состоящий. Адриан Лерасан из Филиппин и Самат Житбай. Ну, вновь ребята в ближний бой входят. То есть фактически мы, наверное, даже по ходу всего поединка не видели, чтобы с дальней и средней дистанции работали. В большинстве своем сразу принимают такую форму поединка и начинают друг друга расстреливать с этой убойной позиции. Причем очень жестко прям втыкает. Посмотрите, как здесь, сидя в комментаторской кабинке, я просто слышу, насколько тяжелые удары прилетают в голову и Адриана, и Самата. Ну, вообще было бы, конечно же, интересно посмотреть по завершению боя вот эту компьютерную статистику по общему количеству нанесенных ударов, по количеству нанесенных силовых ударов. Я думаю, что она очень большая. Вот здесь так как очень хитро здесь Адриан поступает, руку зажимает Самата. Как раз находясь в таком ракурсе, где судье не было видна вот эта его маленькая фишечка. Ой, какой апперкот мог случиться здесь. Промахнулся Адриан. Вот раскрывается в ближнем бою. Я думаю, Самату нужно попробовать сейчас вот немного почаще, поплотнее. Все-таки умеет он очень сильно бить. Снизу апперкотом. Боковым. Ну что, вот и четвертый раунд у нас завершился. Подбираемся мы очень близко к концовке этого поединка. Впереди 2 раунда, 5 и 6. Но очень интересно будет посмотреть на решение судей. Yeah.
что у тебя получается, делай, что получается. Не, хватит сон джаса. Не надо придумывать велосипед. Пашма звучит. Эй, куда же, блядь, два раунда осталось, один раунд осталось. Вырывать эту херень, эй, туда-сюда идет, туда-сюда пойдет. Нам скурсит, манхара. Бугуй Казахстан, вот хараватор, блядь, нам скурсит. Вот козы пор, блядь. Сумба? Вот козы пору херень. Оттяжками. Забивать руки на них. Раунд 5. Пятый раунд стартует. В углу Самата, я думаю, вы все сами слышали, как тренер говорил о том, что вся страна смотрит сейчас, наблюдает за твоим поединком, и нужно включаться, нужно активнее работать. В общем, дал такую мотивационную речь. Ну, конечно же, сломя голову, идти вперед в поединке против Адриана Лерасана, я думаю, не стоило бы так делать, потому что он парень опытный и может поймать на контратаке. В принципе, этого, может быть, сам Адриан и ожидает, когда соперник пойдет на него и здесь поймать его на контрвыпаде. Представитель медицинской бригады, технический делегат подошел, там посмотрел, спросил у Самата, будешь продолжать, готов. Самат ответил утвердительно. Ну, Самат Джитеба не тот парень, который может сдаться по ходу боя. Ну, безусловно, он будет продолжать биться до конца. Нам сейчас режиссеры трансляции так показывают Виктора Леонидовича Демьяненко, который наблюдает за происходящим действием. Он вице-президент Казахстанской федерации бокса. Долгие годы возглавлял эту самую федерацию, если я не ошибаюсь, наверное, в течение 15, может быть, и 20 лет. Один из величайших казахстанских боксеров за всю историю бокса в нашей стране. Финалист, серебряный призер Московской олимпиады 1980 года. Ну, кстати, на той олимпиаде вместе с Сериком Панахпаевым они и выступали. Оба завоевали серебряную медаль. Да, там очень сильно, конечно же, нос начал кровоточить у Самата Джитеба. Я думаю, что по окончании второго раунда обязательно судья вновь подойдет с таким же вопросом. Ну, либо представитель вот, медицинской бригады спросит, ну, способен ли Самат выходить на последний шестой раунд. Ну, в целом, мне кажется, что ничего такого прям страшного не произошло, из-за чего можно было бы бой остановить. Тем более катманы угловые как могут активно работают в этом направлении. The fifth round is over. Утюг возьми. Правый глаз. Сушуй. Держи там. Вот давай, держи. Сушуй.
Не надо зарубать. Seconds out. Вот показывают нам президиум Костя Дзю, Серик Унакбаев, Мухтархан Дильдабеков, легенды мирового бокса. Да, шестой заключительный раунд у нас стартует. Никаких действий не стал рефери предпринимать. Я думаю, это правильно все-таки. Это была бы обидная остановка боя. Ищет сама тут варианты для развития своей атаки. Здесь уже немного на дистанцию начал уходить Адриан Лерасан. Какой хороший плотный боковой удар в исполнении Самата Жидбая. Ну, вновь разнимает боксеров Бахтияр Жакапов, который работает на этом поединке в качестве рефери. Очень активно сейчас Самата просит боковым работать. А тренерский штаб. Жесткий сейчас обмен ударами в голову. Жекпе-жек аяқталды. The fight is over. Ну вот и все. На этом поединок завершается. Ожидаем судейского решения.
Я құрметті көрермен, осы жекпе-жектің қорытындысын білуге бізде асықпыз. Қазірше нақты шешім айту қиындау. Самат Жетбаев және Адриан Лересан Филиппин төрешілердің шешімі қандай болар екен? Екі боксшы өте тығыз жекпе-жек өткізіп десек болады. 23.5 келі салмақ дәрежесінде. Сонымен Адриан Лересан 20-шы жекпе-жегін өткізіп тұр. Ендеше көрек төрешілердің шешімі қалай? Dear ladies and gentlemen, the judge's decision, judge 1, Aben Samad, 58-56, judge 1, Yishmagambetov, 56-58, and judge 3, Asanov, 56-58. The winner by split decision is Blue Corner, Адриан Лересан. Сонымен Адриан Лересан жеңіске жетті. Бұл боксшының қуанышын түсінеміз. Өте жақсы нәтиже көрсетті. Енді Қазақстанға келіп тұрып жеңіл боксшыдан басым түсірген оңай жетістік емес. Ал Самат Жетбаевқа әлі де құлшыну, әлі де талпыну керек сияқты. Сонымен біз бүгінгі мейн-карттағы екінші жекпе-жекті аяқтадық. Енді бүгінгі күнге жоспарланған соңғы жекпе-жекке де жақындап қалдық. Әрине біздің даңқты боксшылар тамашалап отыр. Ал қазір осы екі боксшының жекпе-жегінің хайлайтсынан кейін сіздер сұхбатты тыңдауға асығыңыздар. Біздің тілшілеріміз дайын.